Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Это игрушка, как обычно, ПВЗ. Да-да-да. Юль, у тебя прекрасный сегодня вид. Я в своем истинном обличии. Переоделась наконец-то. Конечно. В общем, как обычно, капсулы, сегодня новые миссии. Будем уничтожать, я решил, пирата. Я тебя вижу. Это намек. А, ну теперь ваша очередь. Да-да-да, давайте мне что-нибудь. Я на самом деле похож на кактус. Это типа мое, да, что ли? Это нет, это для моего этого ученого. А, ученого. Ну, похоже на то. Отлично. Брови-то все, какие? Я, к сожалению, бомжик, а так, ты? Я зеленая. Ну что это? У тебя еще есть? Что это? Есть еще одна. Ну давай, удиви нас, пожалуйста. Та-дам! Что-то вроде такое. Ну, кстати, слушай, ну она такая миленькая. Not bad, not bad. Ладно, пошли на миссию. Не все так плохо. У меня есть с собой попугай, бочка и якорь. Так, единственное, я только такая медленная, прям тяжелая. Ну ты у нас реально будешь защищать, да, а я буду танкер. Пытаться атаковать. Все, Хэллоуин, ё-моё. Да. Полетели. Чу-чу. Опять. Ну что, трепещи, город. Да. Два урода. Сейчас мы сорнячки-то повыдираем. Да, мозги надо поточнее здесь. Ну, у этих сорняков нет мозгов, Миш. Давай пообщаемся с этим, что ли. Найдите детали, да. Погоди, нам нужны детали. Давай посмотрим по карте, где они находятся, где эти детали, так, детали, да. детали. В общем, пришли мы к новому персонажу. Давай пообщаемся с ним, посмотрим. Кто это? Ничего не вижу из-за раненых чувств. Надеюсь, к тебе. Есть, да. Детонатор. Так, начинаем как задание. Обычно, да-да-да. Юля, как всегда. У меня стандартная процедура. Не успел твою прическу рассмотреть. А у меня она крутая. Рассол найти и уничтожить. Как это? Нормально. Рассольчик — хорошая вещь. Я кулак зомби-герой. Если нужен герой и зомби, обращайся. Отлично. Ой, дружище, мне все хуже и хуже. Что это? Детонатор? Зловонная бомба? Так, не зомби-вирус. Я бы помог, но, боюсь, не успею. Брайан сильно мне настучал. Брайан — это растение, которое считает себя очень крутым. А я ему говорю: ты, Брайан, совсем не крут. И он такой бах мне по башке. Ох, а потом он забрал детонатор для зловонной бомбы. Если он тебе нужен, найди Брайана и отомсти за меня. Только веди себя классно, хорошо? Не опозорь меня. Я постараюсь дожить. Победи Брайана, чтобы получить детонатор. Отомсти за меня. Понятно. Ну, будем мстить, что еще скажем. Да. Пойдем. Я уже... коробка. Это что такое? Это что за... следуй за обертками. Интересно. Ну, конфетки должны собирать, идешь? Да-да-да, я уже это поняла. У меня хоть... Блин, столько соблазнов рядом, коробки, да я понимаю, и все остальное. Но нам нужно... Так. Как кто-то в комментах правильно писал, блин, что Юля реально, блин, за сундуками все время стоит. Это да. Так, ты давай там сразу... Охотник за сундуками, я могу сказать, за коробками. Слушай, а у меня прикольный перс, мне нравится. Я его оценила в PvP-режиме. Как бы прикольный такой, прям удобный. Ой, Юль. О да, истребление растений — это настоящая месть и настоящая крутотень. Так, держать. Я в упор в них стрелял. Блин, я хотел сказать, я, по-моему, это на Халка Хогана похож. Аккуратнее бы тобой бомбы там, Халк Хоган. Ай, блин, неважно. Шляется. Меня это не пугает. Я слишком крута. Валерий, разошлась по всем. Пипец, огурец. Здорово, перчик. А что с ним? Погоди, он аж заболтается. Ему пофигу, Юля. Блин, ну я ему все равно показала. Такие что два... Блин, ты видал меня и тебя тоже. Таки... Мстишь, а? Лучше порази меня остроумием. Так, давай истребить. Так. Ты негодный негодяй. Так. А ты что скажешь? Нет, это про тебя. Так. Слабак, стань круче. Куда ты ушел? Что за фигня? Эй, пес. Что произошло? Ты, я ничего не понял. Зазуля, ё-моё. Так, кто-то стреляет. Эх, дружище, нехорошо это, если ты со мной не можешь вести себя глупо, дружище. Короче, что-то... Истребить, короче, приспешников. Да, сейчас мы это попробуем. Юль, защиту давай. Убиваю капитана. Вставай сюда. Так. Всё в порядке. Где он там, всё.
Да. Вон опять нужна. Я даже получил этот, как его. Конфитос? Лампочку. Подобрать так. Нужно. Слушай, она вонючая какая-то. Так, что делать? Тут завоняло? А, вот, отлично. Убрать ядовитый рассол. Он какой наглый. Слышь, нам вот сюда. Все, я зомби, я ничего не понимаю, беги. Ты следи за мной, я тебе подскажу. Хорошо, так, аккуратней. Как хорошо. Я тебе помогу. Стоп, а... это что сейчас было? Нормально все. Они, видишь, не могут пробиться сквозь мой суперщит. Хорошо. Лохи! Так, идут сюда. Че, вонючий грибок, сейчас твою шляпку раздавлю просто. Ай, трип, не могу, нанюхался грибок. Ну, меня не торкает, я, походу, слишком большая. Так, отлично, сейчас мы... Так. Бульк. Все, слушайте, а, кстати, прикольно, даже эти, короче, то самое. Ты зомби, нормально. Так, бежим за конфетами. Курган взорвался. Короче, окей, вот, окей. Я сформулировала. Мы это наблюдали. Мне кажется, чем больше я играю в компанию зомби, тем больше становишься. Я, да, становлюсь зомби. Так. Точнее, да. Как это, по их меркам это круто. Так что... Ну так что, мы в роль вошли по полной. Да. Но, во всяком случае, Юля точно. Я могу сказать. Да, Замбакском. Так, собираем конфеты оставшиеся. Так, вон еще. Бежим, 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 бежим. Кто быстрее? Опять грибки. Ай, нанюхал меня. Так, Миш, ты будь аккуратен. Да я шмаляю по полной. Ты по кому стреляешь хоть кому? Так это грибы. А, грибы сзади, Юль. Аккуратней. Ну, вот я по ним всё. И стреляла. Мне приходится в упор стрелять по ним. А, все, бежим. Съел обертку. Бежим, кто-то съел что-то. Да-да-да, бежим. Ой-ой-ой, гопота. Ай, блин, вот псы. Ну-ка, ребята. Все, пошли вон отсюда. Так, бежим. Так, куда истребить он бежал? Истребить приспешников Брайана, вот. Здесь, ай-яй-яй. Так, я по нему буду издалека стрелять. Ой-ой-ой. Жесть, горю, горю. У меня, кстати, есть дружбан один. Блин. Вызывай его на помощь. Не помереть бы. Юль, ты где? Дюль-дюль-дюль-дюль-дюль. Да, Миш, давай, спаси меня. Здрасте. Помоги мне. Ой, ко мне бегут. Миш, ты, я их это, шмаляю. Все нормально, нормально, я держусь тоже. Слушайте, все равно прикольный, но хильщиков о, удобно. О, стой, сейчас что-то... Этого нельзя уничтожить. Куда он делся? Зубастик, Юль. Где он? Облит рассолом. Юля, он рассолом облит, значит не все так просто. Я вам сундук вижу, надо взять. Так, а я видела коробки. Так, вот сюда нужно. Здесь сундук брала? Да, блин! Ай, Миш, погоди, я застряла. Он просто. Тебя валяет. На, я что-то нашел. Вижу. Конфету. Надо это подобрать, да. Это уничтожение рассола. И что теперь? Вот отходи. Здесь. Или нужно устранить ядовитый рассол. Надо там стоять. Хорошо, стоим. Так. Идет сюда. Все, развалили. Теперь можно его убить. Все, отлично. Сейчас я в бочку засяду. Зажигаю. Так, он почти труп. Сейчас допилим его. Отлично, супер просто. Слушай, да мы супер тима, я считаю. Да-да-да. Смотри, еще одна обертка. Мы опять напали на след Брайана. Прикольно, слушай. О, моя тема. Так. Душ. Я как в реальности, знаете, вообще всё. Непобедимая, просто непрошибаемая какая-то. Ты иди, стреляй языком молоть, лишь чем из пушки. У меня по 1000 слов в минуту. Да вот ты реально попался мне чем-то с тобой не то. Походу, рассол был это. Да, скисший немножечко. Ну, в принципе, для рассола это нормальная тема. Да. А ты где, кстати, вообще шляешь? Как где? Такой рядом с ним стою. Ты где это, типа, говорит, шляешь? Миш, похоже, на тебя рассол тоже, знаешь, здесь. Я его не пил, да. Определенным образом. С другой стороны, не знаю, что со мной произошло. Так, ребята, давайте. Он правильно такой от них убегает. Чего? Ходит. Я как раз иду в самую... Чего ты мне тут заливаешь? Рассол какой-то, все эти обертки собрал. Так, нашли так. Брайана. Этого. О-о-о. Гречного друга нашего. Это вам не ведро огурцов, как говорится. Это точно. Ой, какой красавчик. Опять здесь, чтобы опозориться, выкрикивая мелкие оскорбления? Пёс! Так. Оскорбить чувствую, я вот так скажу. Блин, а я тоже от хотела. Одного взгляда на тебя меня укропит. Ясно? И давай какой панч. О, блин, ну я ну повторяю. А я думала, вдруг, типа, будет новый. Больно, значит, ты жаждешь мести? И ищешь короче, детонатор там, да. Давай, Юль, лещей. Ох, вот он. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все нормально сейчас будет. Здесь рассол. Так, я засылаю. Я по нему шпарю. Да кто? На меня чеснок напал. Где этот чеснок? Ай-яй-яй, так. Ух, тут чесноков.
Юля, ставь щит. Убивай. Сейчас у меня не было щита. Я умер. Нет, не умер. Умер. Я отдыхаю. Блин, чеснок дурацкий у по мне. У меня полным экраном говорит. Юль, у меня приход сейчас какой-то. Он там пукает по себе. Сидит и пукает. Поднимите, да. Всё, поднимаю. Главного капитана этого корабля. Почти потонувшего. Ну как это? Благодарю вас. Капитана. С меня капитан пару... уже. Да отвалите, чесночный. Пони двинул уже. Вот засранцы. Миш, надо вот, может, к этой. Я фигурине в бочке свалил. Надо, может, с рассолом. Да вот я и говорю. Ну, чай рассол. Это фанта какая-то, не рассол. Не, Юль, рассол ничего не становится. Блин, вот эти чесночки летающие, меня прям бесит. А ты их, по-моему, уже все. Так я их валю, правильно. А, вон он, вон он. Ай-яй-яй-яй. Да чё ж ты не ставишься-то? Он мне не дает поставить щит. Все, я выпускаю. Вот гори! Своего супер-убийцу. Пипец, блин, чтоб ты пожелтел. Я сдулся, чертов огурец. Юль, тут опять дурацкий чесночный. Все. Я вижу, Миш, но я минусовал, ничего не могу поделать. Минусовал. Сейчас у меня перегрев, понимаешь, пуши случились. Все, у меня снайперка, это хорошо. Блин, как ты достал. Слушай, какой-то гурец буйный. Жесть. На, в башку. Так. Блин, что кактусы тут вообще? Сколько у него приспешников? Я не могу. Иди сюда, псина. Все, блин, он я все. Он в рассоле, Юль. Без толку стрелять. Ай. Газированную ловушку приготовить. Вон он, рассол. А где газированная ловушка? Все, рассол, так. Юль, нужно с этой я штукой... Я иду, Миш, я иду туда, куда нужно. Вот здесь как бы эта ловушка. Так. Что ты... приготовил? Вот ты приготовил что-то? Ну что-то да, делаю, стою тут. А, надо на F нажать, все, иду, он сейчас ко мне подойдет. Или я там могу это сделать, погоди. Так. Рассольный Боб, куда пошел? А че, как ты ее открыла? Видимо, она там чисто открылась. А там нужно было сначала какую-то шайбочку нажать. Хорошо, я иду к тебе, короче, в любом случае. Миш, а как, что с ней сделать-то? Да она нормально, сейчас он должен подойти сюда просто. Смотри. Во! Отлично. Так. Стою в твоем щите. Давай, вали его. Что-то он одичал, мне кажется. Немножечко. Да, ай, блин, фун вонял. Ну фун, что за огурец-пердун, блин, какой-то, если атаковал честно. Он не слабый, могу сказать. Так, раз, два. Все, нету этих дурацких штук. Так, опять в рассоле. Блин, опять нужно, да. Так, я вижу. Он тут давай, рядом. Разбирайся, вон вижу эту, да, штучку. Бульк. Так, все готово. Валим, так, валим, нам валим, нужно валим, сюда, валим, Миш, валим. Вот сюда. Вот здесь? Да. Стоим все. И ждем его. Фу, без хила, конечно, жестко. Ну, я понимаю, но... Но держусь. Все, сейчас он это, отглючит. Давай, рассол, работай. Ну, рассол. Так, я готов. Зажигай фитиль. Ну, что такое? Пипец. Он никак... Он скукурузился, нет? Заманить. Так ты как почти в ней. Сюда? Ты в ней. Ладно, развали приспешников, может. Во. Все. Ура, блин, ура, ура. Жесть просто. Сейчас я его бомбану. Давай, Миша. Давай. Да, это какая-то жесткая жесть. Тема. Слушай, огурец... Блин, у меня перегрев. Ай, вонище-то. А. В рассоле опять он. Надо искать новую. Вот он, же. Вот он. Да хватит тут по мне. Ай, вонючка, драны. Бери. Так, и ставь все. Где-нибудь. Или я поставлю. Бежим. Куда? Бежим. Ага, вот сюда, да? А на точку она светится. Вот сюда ты, Миша. Да. Так, да, я да, сейчас да. этих разничтожу. Стоим здесь. Где те? Так, чесночек. Вот он. Так. Все, держим. Давай, иди сюда, тухлый огурец. Все. Ха, попался. Так, сейчас мы его... Все. Твои точно... секунды сочтены. Надеюсь, рванет мощно. Бум. Так, шпарю. Чуть-чуть осталось. Да! Что, тебя подурнело, пёс? Да, как Волан-де-Морт. Ты, Юль, меня загородил своей огромной штукой. Ну, вон тебя немного видно. Да я как старый хренотень. Так а ты и есть такой. Понятно. Найти уничтожить. Даешь халку. Пэмэм. У меня третий уровень. Это... У меня тоже. Неплохо. А я уже тем более прокачанная. Это так, молодец. Я теперь знаток там или кто. Пошли знаток. Осталось найти шар. Или ты хочешь устроить зловонный взрыв в своем рту? No.
Неплохой вариант. Вот мы и пришли в новую местность поговорить вот с этим мужчиной. Надеюсь, с ним нужно. Так, да, Нормуль. Все. Меня зовут Нормуль. Если тебе нужна помощь, просто спроси. Нужны новые слаксы или, может быть, теплое молоко? Один шар? Это же ты раньше... А, что же ты раньше не сказал? Нормально. Ты зомбак, так, тебе да, надо. Это он. Все, берем. Пау! Все. Все, отлично. Шаром покати. Штурмуйте телевышку, чтобы достать шар. С радостью. Выглядит, звучит интересно. Ты ищешь шар, да? Так, доктор, честно, доктор собирает зловонную бомбу. Прошу прощения, меня зовут Нормуль. Я был в порядке. Ой, в отряде. Фу, ты зомби, нормально. Который отправили за деталями для зловонной бомбы. Но мы были молодые, дерзкие и не подозревали, что можем заразиться не зомби-вирусом. Но уже совсем скоро мы говорили про налоги и натуральный йогурт. Мы заразились! Процедура снятия шара с антенны была уже слишком волнительной. Мы пожали руки и распрощались. Если шар тебе нужен, он все еще висит на телевышке. Но чтобы его снять, тебе понадобится помощь. Возьми с собой на холм отряд зомби, они снимут шар. Если у тебя не получится, мы будем вместе вязать салфетки. Беспроигрышный вариант. Жесть какая. Это точно. Такс, почали. Я ненавижу вязание. У нас есть еще зомбаки. Это ого. Лучшие охотники за шарами доктора Зомбаса. Выстроились в шеренгу по двое. Так, нужно разбомбить эту стенку. Ну-ка, блин, чуть-чуть не дошел. Ее просто разбить надо, понятно. Давайте, ребята. Сейчас, как заряжу только. Ух ты, нифига себе ты. Да я вообще, я тебе отвечаю, супер мощный. Единственное, пушка периодически перегревается. Ну, да уйди ты, орех. Так, еще одни ребята. Да. Давайте разберемся. Да, они ну, вообще прямо идти просто по сравнению. А я просто так сделаю. Так, нам сюда наверх. Ой, блин! Ты куда прешь? Чуть воду не сигануло. Капец. Сейчас был бы минус только один зомби. Целая армия. Какашки. Блин, Миш, я всегда тебя закрываю, реально. Вообще. А, капец. Че, кабачок. А, нет. Орешки! Да-да-да. Так, сейчас. Прощай. Ой. Он уже понял, что ему кирды. Хана. Вот так-то. Был пацан, нет пацан. Сейчас они, походу, по нам будут. А, они назад уходят, Юль. Да? Давай аккуратнее, обходи их просто. А, по ним, то есть, нельзя стрелять. Ну, можешь, но смысл? Ну, они, по-моему... Эй, ну блин! А, нифига себе! Один удар, да, и это, конечно, вообще... Неплохо. Нужно пушки разничтожить. Так, всё, какую? Дальше. Шухер. Так, тихо. Да кто там по мне шмаляет? Сзади, Юль. Да уйди. Я еле выжил. Так. Так, орехи. Все, я иду. В порядке, Миш. В порядке, я сдох, Юль. Как это? Прям здесь в тебя валяюсь. Или нет. Или я... О, спасибо большое. Я тебя спасу, правда, там на нас движется неопознанный катающийся орех. Ё. Давай, а где он? Ой, я достигла нового уровня. Поздравляю, здесь некоторые... Ай, блин, фу, ну и вонь. Так, что-то спрятался или как это? Так, Миш, сюда заходим, вот что здесь прячемся. Да блин, я опять сдох. Опять? А где на этот раз? Ну, в принципе, аккуратнее. Блин! Юль. Тебя атакую. Юль, еще один, аккуратней. Отходи. Все, походу Юлю рипнулся. Нет. Че живо? А, я могу посмотреть. Да блин! Ты чуть не прокатился. Да давай! Молодец! Ой. А почему-то оно отменялось иногда. Может, по тебе стреляли, потому что? Может быть, из-за этого. Аккуратнее. Да блин, она еще жива. Она, видишь, что-то... Как будто ее сбила орех. А, нет, слушай, какая серьезная. Да она ультует, типа. Ульта закончена. Так, идем. Бежим скорее сюда. Да блин, дурацкие орехи, нет! Все, запускай, сейчас будем взрывать. Сейчас будем взрывать. Фига, блин, конечно, тут шпарят, так. Ничего не скажешь. А, вот по этой штуке нужно стрелять сзади. Без хильщика реально плохо, конечно. Сейчас рванет. Ой, Мишка, минус ой, одна Мишка, пушка. Мне плохо. Держись. Жесть, все. Все, сейчас подниму. Да. В этот раз может пират... Кукурузилась я немножечко. Где брейк танцуешь. Тихо. Сиди на месте. Сидю. Уйди. Ай, блин, Миш. Уходим. Уходи реально.
автовозрождение через... Ты лучше меня не спасай, я через 10 секунд сама восстану. Ну я тогда засяду тут здесь. Да, давай, ща я им наваляю. Я взорвался как следует. Миша, только не умирай! Все, я вижу, ты восстановилась? Да. Все. Это самое Всё. Главное. Вон эти гопники. Кому надо стрелять-то, Миш? Нужно по спине, по пушкам, ща я постреляю. Так, сейчас. Где? Где? Вот, вот. Дурацкие цветульки. Где? Слушай, что-то... Или... А мы сломали все, пойдем, ё-моё. Так, да, только вот с этим нужно разобраться. Лично. Так, фу, блин. Бежим, опять розочка. Не, конечно, этим одним сложно. Согласна. Я почти труп. Там кукуруза стреляет сверху. Сейчас шарахну. Готовься. Все, отлично. Блин. Ой, Юль. У меня Чё? Проблема. Хьюстон, у нас проблемы? Да, небольшая. Сейчас. Только там ловушка такая. Я жду, когда у меня жизнь, Миш, восстановится. Юля борется за мою жизнь, но у меня одна секунда осталась до восстановления. Да все, все нормально. Щечка. Ага, спасибо. Где этот долбанный горох, а? Так, Юль, нам наверх надо. Да, нам наверх. Блин. А как туда? Здесь лестница есть, я помню, мы уже были в этом. Блин, да кто стреляет? Как меня сносит-то? Что это за... Вот я тебе говорю, без хильщика, конечно... Пипки какие-то. Нет, это непросто. Так вот. Юля профессию зря сменила. Так. Ну, как говорится, по многочисленным просьбам. Да. Так, ладно, рванул. Ползу, спасать планету. Ай, что вы напали-то на меня, дурацкие желуди? Почти готово. Все. Ты жива? Да, я здесь. Все в порядке. Сейчас ты защитишь. Знаешь, что такое? Не знаю. Так. Отлично, запускай фейерверки, только аккуратно, чтобы другие зомби знали, что можно лезть за шаром. Я запускаю. Давай. Сейчас будет что-то и нечто. Только не загораживай меня своей пушкой. Ну, ничего не обещаю. Ой, какая красота. Давайте, дружочки, зомби-пирожочки. А вон шарик. Что-то он совсем недобрый. Они сейчас его там не лопнут. Не знаю. Это они типа так достать пытаются его? Или нужно что? Защитить их. Защищай зомби, который тащит шар вниз. Мозговой штурм, процесс деликатный. Так, Юль, здесь уже начались. Вон снизу, смотри, сколько их. Я вижу. Спускаюсь. И сейчас взорву просто всех. Сейчас. Ну, кстати, неплохо. Так. Ай, блин, у меня перегрев. Где-то здесь сейчас еще можно? Я им бомбу кину. Где-то еще же можно, наверное, поставить. Так, а вот у меня чё? Зомби, чё он ничего не делает? Я кидаю в него камни. Так, где еще? Во, установки. Сейчас наставлю так. Кучу всяких роботов. Давай. Так, ай, по мне камнем как будто залепил. Так, вполне мы защищаем. Может быть. Ага, все, началась стрельба откуда-то. Ай, круто, блин, уроды. Вот это жесть. Я надеюсь, мы уцелеем. Вон, целая орава. Ты видишь, да, где бутса? Да, идут. Но мне со снайпой вообще замечательно. Да и мне, знаешь, с моим этим, как его, пулеметиком да тоже. Да ты заколебал своим щитом. Да. Точнее, что у меня там, миниган? Так, роботы борются, сражаются. Нужно защищать Юль. Я пытаюсь мистера кукурузу убить. О, ай, ты... блин! Че, сама ты жива, себя. Жива? Миш, здесь! Маленькие засранцы. Так, сейчас. Где этот главный кукуруза там? Куда-то свалил. Блин, так жалко, у меня полный заряд. А вон вижу, хотя бы кому-то зарядить может было. Так, сюда пришли. Сюда прут уже сюда. Приперлись. Вон он. Так, отлично, хорошо. Да будет так. Сейчас ты будешь трупом. Так. Сейчас рвану. Бум. Жесть, все. Кстати, и не было. Как минус будто. Кукуруза. Так, еще попкорн один. Сейчас будет. Точно. Так. Пипец. Идут. Отлично, поищи шар. Так что искать? Вон он здесь? И что его искать-то? По нему стрелять, что ли, надо или нет? Не, я боюсь, не надо. Ну хорошо. А то как это, если постреляем. Блин, над вон. Они, видишь, прут? Еще нападают. Да. Одного зомби! А, я ему уж думал, завалили. Фух. Пипец. Я ж даже испугалась. О, отлично. Каким они образом его сняли? Только зомби известно. Блин. Да. Сейчас. Быщ и нет. Ого! Это издевательство. Ого. Что это за качок такой? Хорошо. Элита. Ты да. Вовремя поставил. Я постаралась, да. Только он все равно прется сюда. Да. Сейчас я бочку врублю. Так. Держи небольшой подарок. Хотя бы лучше быть. Так, у меня перезарядка. Сейчас, погоди.
Я издалека лучше постреляю. Так, надо вот по мелким прихвостням еще стрелять. Ну мы его быстро расшарашим сейчас. Так, я ему еще бомбу кинула. Вот бомба у меня быстро. Так, щит. Сейчас выпускаю этого своего друга. Зверя, выпускайте зверя. Все. Блин, да кто его так быстро разнес? Кто? Так, может, Миш, прихвостни еще. Да вот это я вижу, что они тут шляются. Блин, да. Ладно, мне по нему. Жутко мешает. По нему, по нему. Бульк. Так, бульк. Вот лови подарочек. Бульк. Я отлично. Тоже пойду с бочечкой. Так, ну-ка якорь. Да он почти сдох. Смотри сейчас мы его. Посмотрим, сколько отнимет. И... Сейчас я его протараню. Все, по-моему, мухана. Все, да, я прям нифига. Задок просто. Нашпиговала, так сказать. Получить шар. Так, а какого? Как получить? Он уже сдулся, кстати, между прочим. А вон он, шар-то. Что делать-то? Дерево спилить, что ли? Не, нужно подождать, может эти наши сами собьют. Хотя нет. Как шар получить, я что-то не понял. А, во-во-во, оно... Все, потрясти нужно, ё-моё. А, вдвоём надо или... Не-не-не-не-не. Стоямба! Шар! А, вот, все. Берем. Все, отлично. Фух, было непросто. О, у тебя получилось закончить то, что мне даже и начинать не хотелось. Молодец. И все, и не надо что-то. Шаром покати. Получено. Бони собирающие. Блин, нормально. Это неплохо, это неплохо. Ванючка, тебе удалось найти все детали для взломанной бомбы. Я соберу бомбу в дальней лаборатории, а пока давай поболтаем. Ну, это, тебе нравятся мозги? Только не мне. Я люблю тихо сидеть и слушать, как сохнет краска. Чего? 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 Зловонная бомба готова. А, жесть. Это хорошо. Вот теперь эти штуки мы можем использовать. Черт, я превращаюсь в не зомби. Запусти зловонную бомбу из ракетной установки. Вау. О, взорви зомба... Хамора, да, и спаси меня, то есть всех зомби и меня. Понятно. Блин, класс, то есть нас ждет босс, Грибос, да. Так что, ребят, поддерживайте, и мы на этого Грибоса придем и покажем, кто такой. Покараем, зомби. Да. Ну, а на этом все. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.